Серпухове на площади Владимира Храброго и возле Соборной горы прошли новогодние праздники в рамках проекта «Зима в Подмосковье». На елках зажгли огни, гостей ждали конкурсы и анимационная программа. Возле главной новогодней елки Серпухова более сотни детей и взрослых. Все они пришли на площадь Владимира Храброго ради веселой анимации и игр. Развлекали детвору сказочные герои и сам Дедушка Мороз. Помощники волшебника заводили хоровод и запускали паровозик вместе с юными серпуховичами. Мы ладошами хлопали, прыгали, топали их и паровозиком ездили. Кульминацией праздника стало зажжение огней на елке. По доброй традиции русских сказок фонарики загорелись третьего раза. Это счастливое число, которое принесет удачу и успех в наступающем году. Раз, два, три, галочка, один! Еще одна елочка зажглась у подножия Соборной горы. Тысячи ярких огоньков озарили зимнюю красавицу. В этом ребятам помогли Дедушка Мороз, Снегурочка, кот и кролик – символы наступающего Нового года. Вместе с детьми они играли, делали зарядку и танцевали. Девочки и мальчики делились с волшебниками своими эмоциями. Мне Новый год нравится, потому что все дают подарки, радуются, салюты красивые. Мы с сестрой двоюродной подготовили танец, даже бабушки с дедушкой. Мы делаем подарки, рисунки подготовили. Творческие коллективы Серпухова сделали этот вечер веселым и запоминающимся.